Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер еще раз. Добрый вам. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша рыбалка? Как проведено рыбалка, время? Рыбалка прошла очень успешно, скажу, как оно есть. Ну, с утра как-то было непонятно как. Пристраивался к рыбе, понять на что и как клюет. Вот. Ну, из наживок больше всего предпочитает рыба пучок опарыша. И, ну, еще там 3-4 опаря и кукуруза. Из дипов всего лучше работало в слива, потом сливный микс там есть еще один, и Дунаев клубника. Вот. По поводкам 0.12, с крючком я уже, ну, на это не смотрел, потому что очень много было сходов, обрывов, даже 0.25 леска обрывала прямо на путь. Сколько? 5 раз обрывала мне основную леску. Вот. С рыбалкой очень доволен. Спасибо трем пискарям за отдых, за все хорошее. И все самое лучшее. Всем удачи. И вам всего самого-самого доброго. До скорой встречи. Спасибо. До свидания.